Всем здравствуйте. Хочу показать клематис. Это вид клематиса тангутского. Сорт Билл Маккензи. Растет у нас третий год. Цветет. В прошлом году несколько цветочков было. В этом он уже зацвел более обильно. Еще не такой большой. Ну вот у меня 1,80 м рост. Вот где-то около 1,90 м он вырос. С каждым годом он будет прибавлять. И в принципе он будет высотой 3-4 метра. Весь вот в таких желтых колокольчатых цветах. После цветания он образует не менее красивые семенные соплодия, из которых также он легко выращивается семенами. Это клематис третьей группы обрезки. Стебли у него не зимуют и ежегодно отрастают новые. То есть он обрезается практически под ноль. Можно оставить сантиметров 10. Если перезимуют, то зацветет он чуть пораньше. Если не перезимуют, то от корневища пойдут новые побеги. И зацветет он где-то недели на две попозже. Этот вид сам цепляется за опору своими стеблевыми черешками. В отличие от других видов, вот клематис манжурский, который приходится подвязывать. Или клематис интегрифолия, вот там рядом с рудбекией, также его приходится подвязывать. Они не цепляются черешками за опоры. А этот клематис сам вьется. Все, всем спасибо.